Всем доброго дня, друзья. Сегодня у меня iPhone 7 Plus на ремонте. В ужасном состоянии. Не работает кнопка Home. Поэтому ее вывели на экран. Так, клиент оставил мне код. Звоним не отложку, звуков нету, верхний динамик не работает, как видите, альтовоз тоже, громкоговоритель вообще не реагирует. Вот микрофон, клиент сказал, тоже не работает, скорее всего оторван аудиоконек, который мы сейчас будем делать. Включаем телефон, снимаем системку, системную плату ставим на нижний подогрев. Побывал не в одном сервисе, здесь заглушку кнопки Home снял я уже, вот она держалась на двух винтах, хотя должна на четырех. Дисплей китайский. Чел, который менял, даже не соизволил снять пластик, вот, не закрутил винты. Вот, здесь вообще ни одного винта бокового нету, как видите. Что касается системной платы, нет заглушки на камеры, нет заглушки на верхний разъем, нет заглушки на разъем дисплейного модуля. Короче, здесь на антенне Wi-Fi тоже непонятно что. Датчик вроде бы красный, а вроде бы и не красный. Короче, не телефон, а жопа. Если посмотреть на каркас, ну здесь видно, что он гнутый и не по-детски гнутый. Здесь вмятина. Если представить что-нибудь ровное, то играть будет довольно ощутимо. Естественно, когда мне приносят на ремонт такие телефоны, то я ремонтирую их под ответственность клиента. И только так. И вам то же самое рекомендую. А что касается 7-го айфона, он стоит хороших денег. Вот, и чтобы грамотно поменять аудиокодек, тут как бы ответственность вдвойне уже, потому что замена непростая. Потому что с другой стороны у нас находится модем на компаунде, процессор. Все это надо будет заклеивать, это мы сейчас все сделаем. Вот. И советую вообще семерки брать, если вы собираетесь менять кодек, то предупредить клиента, что ремонт будет происходить под его ответственность. Там, если новый телефон без вмятин, без падений, то еще можно взять на себя ответственность. Но если вот в таком состоянии, вот системную плату они тоже мне рассказывали, что меняли где-то, короче, телефон собранный из непонятно чего. Итак, сделаем мы товарищу звуки, все остальное, как говорится, его. Итак, снимаем системку, сейчас я ее сниму за кадром, приготовлю, заклею, поставлю на нижний подогрев и переставлю камеру и будем снимать. Итак, господа, все готово к операции. 120 нижний подогрев у меня и 280-290 выставляем на фене. Обычно я работаю при 260, но увы, эту операцию на 260
сделать не получится. Поэтому поднимаем градус. Добавляем флюс. Сняли аудиоколик. Забыл включить паяльник. Сейчас он нагреется. Радиаторы можно снять. Уже вижу оторванные пятаки. Три. Уже три пятака вижу. Четыре.
Так, мы площадку очистили, сейчас я временно сниму защиту, потому что она жестко отсвечивает. Потом при постановке накатанного аудиокодека снова ее поставим. Мешает немного работать под микроскопом. Сейчас она все равно не нужна. Ближе постараюсь приблизить, но не получается. Хотел показать поближе ушатанные пятаки, которые чаще всего выходят из строя. Итак, давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5 пятаков нету. Естественно, все они пустые, неактивные. Они и отрываются в первую очередь. Это говорит о том, что было падение нехеровое. Так, ну вот уже пошли активные пятаки. Тут их видно глазом, в принципе, если хотите посмотреть в реале, открывайте донгл. Вот эти два, они летят в первую очередь. Приходится зачастую на них ставить перемычки. Причем визуально, это у нас земля, по-моему, причем визуально они вроде бы стоят, но если поближе посмотреть под микроскопом, они треснутые вот здесь вот. Поэтому ставишь на них перемычки. И все работает нормально, звуки появляются. Так, ну здесь вроде бы все нормально. Тут зачастую проблем не бывает, хотя бывает всякое. Сейчас я постараюсь поближе приблизить зум. Вот эти вот три пятака, которые чаще всего обрываются. Вот этот, я вижу, уже шатается. Сюда мы сейчас кинем перемычку. Так, ну здесь земля тоже что-то похожее. Сейчас я воткну донгл, посмотрю, как они называются.
Ну, вот он, видите, да, оторвался. Ну, вот он. То есть я его практически не приподнимал, и он сразу вырвался. То есть он был изломан. И вот на это попадаются часто, думая, что пятак целый. Его даже можно было бы прозвонить, и он бы прозвонился. Но при постановке микросхемы БГА, при тепловом расширении телефона, он не работает. Так, ну вот эти вот, я вот не вижу. Наверное, мы не будем сюда ничего кидать, кинем одну перемычку. Так, открываем 7+. Там у нас уже две версии на 7+. Обратите внимание, особенно когда будете катать модем, модемы разные. Так, это у нас, это у нас. Это у нас пятак C12, по-моему, да. Это у нас пятак C12. Так, и ну да, вот эти первые два, как я и говорил, A12 и B12, это у нас земля. Земля. A12, B12. Добавляем флюс. Так, перемычка у нас будет. В этом случае у нас перемычкой будет обмотка от вибромоторчика.
эти перемычки я использую. Ну, можно и обмотку динамика. Вот, не обязательно вибромотор. Обмотку от вибромотора удобно использовать на восстановление дорожек под гильзой, потому что они самые тонкие и достаточно удобно получается. Ну, здесь можно и от динамика поставить. Ну, поставил уже от вибромотора. Так, ну тут землю, я не думаю, восстанавливать не будем, она вроде бы нормальная. Добавим припоя. И все это дело сейчас аккуратно срежем скальпелем. Можно ставить, только давайте для начала накатаем его. Не очень прикольно получилось, повылазили пятаки, точнее припой.
Намазываем еще раз. Сейчас получилось более-менее красиво. Всегда посматривайте под микроскопом, прежде чем снять. Можно ставить. Так, я чувствую, надо воткнуть зарядку, потому что камера моя сейчас вырубится. Да, Свет. Алло. Привет. Привет. Да, это слышь, ты перезвони минут через 15, занято много. Ну, часов до 7 где-то буду. Ну, может. Ну, до 8 буду. Угу. Хорошо, да. Так, выставили. Все, на площадке порядок. Добавляем флюс.
Выставляем микросхему. У меня шатается нижний. На установку температуру можно немного скинуть. Если я снимал на 280, даже там поднял чуть-чуть до 290, то вот здесь можно 260-270, чтобы не пережаривать системку лишний раз. Стало.
Так. Вот тут у меня доллар, аналогичная системная плата на iPhone 7 Plus. То есть вот о чем я говорил, да, аудиокодек. Здесь у нас контроллер питания, флешка. И вот с той стороны у нас как раз стоит модем. То есть мы непосредственно нагреваем модем. Ну и рядом процессор, что еще опаснее. Тут у меня бывали случаи, когда я менял кодек и отлетал модем. Ну, в смысле, после сборки телефона переставала работать антенна. Вот, пропадал модем на прошивке, в настройках. Вот такие случаи бывали, поэтому тут я не знаю, тут ничего не сделаешь. Реально модем в компаунде. Вот, закрывай, не закрывай, но ты непосредственно, у тебя тепло от фена попадает сразу на модем, поэтому довольно опасно. Всегда предупреждаю клиентов. Итак, остыла системная плата. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Закрутим пару винтов.
Да. Жесткая сборка, конечно, была предыдущим мастером. Ставим модуль. Включаем аппарат, ждем. Загрузка будет долгая, сразу говорю, потому что кнопка Home у нас не родная, вообще она не работает. Ну, в смысле, не родная, понятно, что не работает. Поэтому грузиться будет минуты 2-3, наверное. Как вы знаете, с чужой кнопкой или вообще без кнопки. Семерки, восьмерки грузится долго. Поэтому придется подождать. Кстати, загрузился сразу, к моему удивлению. Бывает такое. Может быть, потому что заработал аудиокодек. Кстати, при оторванном аудиокодеке тоже загрузка происходит долго. Так, 90, 90, 90. Как видите, значок появился, звук появился, все работает. Такие вот дела, друзья. За эту работу я беру, ну, где-то, учитывая, что клиент мой старый знакомый. Плюс все бонусы, плюс убитый телефон. Короче, ну, где-то 50-60 евро. А так, ну, я думаю, 100-120 евро можно взять. Запросто. Всем спасибо, я Дов. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Всех благодарю. До новых встреч.